Приветствую вас, друзья, и вновь выездная студия телеканала «Культура» на главной площади страны. И это совершенно не случайно. Здесь, в самом центре и Москвы, и, будем сказать, в сердце России, сегодня проходит грандиозный книжный фестиваль, который называется «Красная площадь». «Красная площадь» притягивает к себе всех книгачеев, тех, кто книги пишет, тех, кто их обожает читать. Причем в любом формате, в электронном, в бумажном. Но особая ценность, конечно, то, что здесь есть редчайшие, изумительно только что изданные книги в бумажном формате. Больше 150 издательств. И, как ожидается, этот фестиваль посетит не меньше 100 тысяч человек. Здесь все время что-то происходит. Какие-то дискуссии, встречи с авторами. Вот слева от меня идет концерт. Здесь Борис Андрианов, Дмитрий Илларионов. И тексты из Михаила Булгакова читает Александр Яцко. И эти тексты очень хорошо известны моему замечательному гостю и другу, заслуженному артисту России, одному из ведущих артистов Московского художественного театра Анатолию Белому. Спасибо большое, Анатолий. Добрый вечер. У вас ведь это есть в творческом багаже? Мастер. Да, да, так совпало, что я вам хоть как раз играю мастера. Вот здесь идет текст этот гениальный. Все складывается, знаете, как по Булгакову. «Красная площадь» вам хорошо известна. Я сейчас говорю не только об удивительном ансамбле архитектурном, я говорю о книжном фестивале. В прошлом году вы представили здесь очень важный проект для себя и для тех, кому он, собственно говоря, предназначен. Он называется «Кинопоэзия». Поэзия. Да. Кинопоэзия – сочетание, я так понимаю, художественного слова, удивительных стихотворных строк и видеоряда. Как много уже этих мини-фильмов, мини-историй снято, и уверен, что эта история, конечно, будет продолжаться. Вот на сегодня сколько фильмов? Да, на сегодняшний день кинопоэзии 2 года, и мы сняли более 25 мини-фильмов поэтических. В прошлом году действительно вот на именно этой сцене мы праздновали год, годовщину кинопоэзии, показывали наши фильмы, читали стихи живьем, вот, с моими друзьями, коллегами, которым нравится это делать, которые умеют это делать, которые заражены этим поэзией. Собственно, действительно, это проект, который был в 2006 году, 6 июня рожден и предназначен для того, чтобы донести живое поэтическое слово, великую русскую поэзию, которая со строчек книг в киноязык, в видео, в язык фильма и мини-фильма, для того, чтобы вот именно не только смотреть глазами поэзию, да, но и как, ну, не воспринимать ее с книжки, а воспринимать ее еще видео и киноязыком. Это все сделано как для того, чтобы это существовал жанр поэтического мини-фильма, существовал в природе постоянно. Вам не нравится слово «клип» в данном случае? Нет, вы знаете, я этого слова здесь не приемлю, потому что по сути своей это совсем не клип, это именно фильм, потому что он монтируется как фильм, он снимается как фильм. Это истории, которые не нарезаны в каком-то там, значит, безумном монтаже. Ритме, да. Да, это действительно языком кино рассказанное стихотворение как сценарий для того, чтобы в объеме увидеть и его, это не в объеме его раскрыть. Нет, конечно, это не иллюстрация. Это, как вам сказать, вот режиссер смотрит, у него рождается образ. Да? У него на каждое стихотворение рождается свой образ, который это стихотворение преломляет в современность, преломляет в своем видении и раскрывает его совершенно под другим углом, но раскрывает стихотворение именно его смысл. Не надстраивает свою настройку совершенно в разрез идущую со смыслом этого стихотворения, а именно раскрывающее его смысл. Ну, так словами объяснить трудно, и надо просто посмотреть и понять, что это такое, хотя вот именно форматов, форм киноязыков, которыми раскрываются разные стихи, очень много. За это зависит от режиссера, от вас? Это зависит от режиссера, это зависит от стихотворения, это зависит от того, что футурист перед нами акмеист, или русская классика, или это современные тексты. Это все, конечно, еще зависит от стиля стихотворения. Вот о футуристах. Я помню, что, по-моему, вы читали Маяковского «Скрипка и немножко нерва». Есть такой фильм? Да, есть такой мини-фильм, да. А вот с вашим участием сколько этих фильмов?
Аксаков, по-моему, у вас. Знаете, я не злоупотребляю своим участием. Для меня главное, чтобы это делалось. Я сам, по-моему, прочел три стихотворения на сегодняшний день. Да, но это не важно, потому что здесь я присутствую как художественный руководитель этого проекта. Человек, который, ну, идейно вдохновляет людей на то, чтобы это происходило. Насколько я помню, это можно увидеть и на телеканале «Культура», в наших видеофайлах, видеоархивах. И кто-то мне из моих... Не только в архивах, а в сетке. И в сетке, безусловно. Да. Это очень важное замечание. И кто-то мне даже говорил, что вот идея ваша возникла в том числе и благодаря проекту «Послушайте», где звучало стихотворное слово в живом таком формате. И это проект такой тоже связанный напрямую с телеканалом «Культура». Ну, не совсем так, скажу вам честно. Просто я тяну одеяло на себя. Вы, понятное дело. Ну, давайте скажем, что это так. Хотя, на самом деле, «Послушайте» был тем толчком, когда, наконец, я начал формировать свою собственную поэтическую программу, а потом появился поэтический спектакль «Триптих» на основе практически вот «Послушайте» программы. То есть это был действительно толчок, потому что, как вам сказать, знаете, как всегда, руки не доходят, занимаешься чем-то, понимаешь, что стихи ты знаешь, что их накопилось уже много, что пора бы уже сделать программу, Толя, но не доходит. И как раз как тут вот такой пинок был прекрасный от канала «Культура», который сказали уже, ребят, Толь, давайте, сделайте уже, мы поможем вам. Все. И вот с этого пошло. Программа, спектакль, а потом я уже начал задумываться, что мне не хватает этого, мне хочется интерпретировать поэзию, поэтическое слово, еще в каком-то жанре. Не только сценическом, не только живого чтения. Понятно, что я не выдумал этот формат, этот жанр. Он существовал и до этого давно, и как бы многие люди что-то где-то когда-то об этом делали. Но основная задача кинопоэзии – сделать из этого жанр, чтобы он существовал постоянно. Жанр искусства, поэтический мини-фильм. Ну, я вспоминаю 90-е годы и конец 80-х. Вот там был действительно провал. Поэзия как-то исчезла вообще со всех сцен. До этого были выдающиеся мастера. Достаточно вспомнить, как Юрский читал даже Евгения Онегина. Это просто совершенно грандиозные были вещи. Я вспоминаю Басилашвили в Ленинградской тогда филармонии. Это, ну, невозможно было оторваться. Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Смоктуновский, конечно. Его фантастический Пушкин в его интерпретации. «Осень», помню, как сейчас. Да. И то, что сейчас это возвращается, и возвращается в новых форматах, востребованных. И, безусловно, ребята, которым там 12, 15, 16 лет, им важен видеоряд, визуальное обращение в том числе. Ну, так что только могу сказать браво. Спасибо большое. Конечно, это для них. Потому что я вижу по своим детям, и мы все прекрасно это сами знаем, и психологи нам об этом говорят, что поколение, которое идет сейчас, они воспринимают информацию 90% глазами. Это уже, как сказать, на хромосомном генетическом уровне уже сделано. Да? То есть это все время они смотрят и воспринимают мир через видео. Вот и, собственно, и это тоже сподвигло меня для того, чтобы сделать поэзию видео, киножанр, кино. Чтобы они воспринимали ее, и это живое прочтение, профессиональное. У нас читают актеры знаменитые, хорошо, которые владеют словом, которые умеют это делать. Музыкальное оформление, видеоряд, все вместе, вкупе, это попадает в сердце молодого маленького человека. Я вижу это, я уже входил по школам, я показывал своим детям. В принципе, люди, которые у нас на YouTube свой канал, которые подписаны и смотрят постоянно наши фильмы, они говорят об этом, что это эмоциональный манок сильнейший. То есть ты получаешь за 3-4 минуты нашего маленького фильма огромный эмоциональный такой взрыв, да, и, конечно же, это побуждает к тому, чтобы сказать, ах, вот оно как может быть, ах, это не скучно, ах, вот оно что. Для меня это самое главное, чтобы маленький человек сказал, ах, вот оно что, и взял с полки книжку. Говоря о замечательных актерах, они будут представлены все дни работы фестиваля «Красная площадь», книжного фестиваля, очень широко. И, насколько я знаю, ваши сотоварищи по Московскому художественному театру, вот что здесь будет связано, опять же, с поэзией? Да, вы знаете, я на Красной площади уже так прописался каждый год на книжной ярмарке, чему очень рад и признателен и благодарен. В этом году у меня здесь аж 3 дня. Буквально завтра, 1 июня, в День защиты детей, мы с кинопоэзией и Московским зоопарком презентуем наш небольшой мини-цикл на стихи о животных, который мы сделали в прошлом году в благотворительных целях. Московский зоопарк вышел с кинопоэзией ко мне с прекрасным предложением сделать 4 фильма для 4 детских фондов. И в кадре у нас 4 актера-учредителя этих фондов. Костя Хабенский, Ксения Рапопорт, Лиза Боярская и Егор Бероев. Мы в прошлом году это сняли. И 12
16 апреля этого года уже презентовали этот мини-цикл, сделали на основе его большой благотворительный вечер в театре имени Серпуховки, собрали средства, раздали этим фондам, то есть первый благотворительный шаг уже состоялся. Ну, завтра все будут здесь. Так? Завтра как раз мы эти фильмы покажем здесь, расскажем об этой нашей акции, хотим, чтобы она была не одноразовой, а многоразовой, и эти спектакли благотворительные мы показывали не раз, а в году несколько раз на разных площадках и так далее. Это будет завтра в 16:00. 2 июня мы здесь выступаем с Московским художественным театром. Действительно, Марина Брусникина, круг чтения, мхатовский наш традиционный, значит, вот костяк актеров, которые читают стихи. Вечером здесь будем читать, мне кажется, разные будут совершенно авторы. На мне Вознесенский. Я буду читать Вознесенского. И 3 числа вот на этой сцене я буду читать Маяковского и Заболоцкого, которого в этом году, которым, если я не ошибаюсь, соответственно, 125 и 115 лет. И совместно с ребятами-струнниками Елена Ревич и ее коллектив «Струнный» будет это дело со мной вместе делать. Они будут играть, я читать. Это будет такая вот композиция по Маяковскому и Заболоцкому. Вот, собственно, так мы будем представлены в этом году на этой книжной ярмарке. Ну, осталось еще немножко разрастись и дотянуть до 6 июня в Пушкинский день. Это будет на Пушкинской площади. Ну, у вас нет в графике этого дня, но я так думаю, что у если... У меня есть. Есть. Именно на Пушкинской площади? Нет, нет, 6 июня день рождения кинопоэзии. Понимаете, в 2016 году я, собственно, так и подумал. Какой день еще может быть день рождения, как не день рождения Пушкина? Ну, вот так вот с кинопоэзией в сердце, проходя по Пушкинской площади, если бы вы прочитали стихотворение Пушкина, что бы это было? Я сегодня всем задаю такой вопрос. Что бы это было? Ух, хороший вопрос. А, наверное, это был бы пророк. Ну, конечно. А как еще? В сегодняшнем дне это только так. Ну да. Сначала вырвал грешный язык, а потом инсталлировал туда то, что жжет глаголом сердца людей. А что читалось на поступлении в Щепкинское училище? О, Пушкина там не было, Пушкина честно вам скажу. Было. Сразу скажу. Нет, там был такой, как вам сказать, оригинальный набор. Я стремился тогда к оригинальности. Это был белый стих какого-то американского популиста. Я уже даже не помню его фамилию. Это был Бальмонт. Это был Юрий Яковлев с прозы детской. И про запас. А, ну еще была басня, которая мне так и не пригодилась. Я до нее не дошло. Потому что приняли с распростертыми объятиями. Ну, не совсем. Так были свои коллизии, но тем не менее Бальмон был основным. Вот, да. А возвращаясь к 6 июня, все-таки в этом году, кинопоэзия будет отмечать свой день рождения на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Так что у нас, видите, география кинопоэзии разрастается. Вот первый раз это был Музеон парк, второй раз это была Красная площадь. В этом году это летний театр в Сочи. Ну, вообще поэзия была связана с тем, что мама в детстве рассказывала. Она увлекалась поэзией. Ну да, мама вела кружок в школе, читала сама со сцены, увлекалась поэзией, любила ее. И до сих пор у нас приучила с сестрой к этому с детства. А ваши дети сейчас, они любят, когда вы им читаете стихи? Любят. Любят. Да, я это происходит редко. Я им... У нас есть несколько авторов, просто обожаемых в нашей семье. Обделюсь с удовольствием, потому что по одному из этих авторов даже будет снят наш фильм, который мы завтра будем показывать. Это Рената Муха. К сожалению, ушедшая от нас. Прекрасный детский поэт. Рената Муха. И мои дети просто обожают ее стихи. Они умирают со смеха, потому что они действительно очень смешные. И для детей, и для взрослых. Это правда. Мы с женой, когда читаем, там есть такие перлы, что мы сами ухахатываемся. В общем, Рената Муха у нас на первом месте идет из детских авторов. Ну, а на втором детстве «Маленький принц». Затертый до дыр диск «Маленького принца», обожаемый, наизусть уже знаемое произведение. Нет, мы стараемся, конечно, с сыном детей приучать к этому, и они, в общем-то, растут в контексте русской поэзии. Слава богу, они как бы и любят, и учат, и потихонечку. В общем, мы так не насильно, но их к этому приучаем.
Спасибо вам большое, Анатолий. Хочется закончить нашу программу, наш прямой эфир красиво, подбой курантов со Спасской башни. Я сердечно благодарю наших зрителей, аудиторию телеканала «Культура». Мы, конечно, приглашаем всех на Красную площадь и в прямом, и в книгофестивальном смысле этого слова. Любите книгу, и вам очень сильно поможет это в жизни. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.